Эксклюзив, неподдельные эмоции, то, к чему нельзя быть равнодушным. А в студии Анна Тиклер. В городе Ковало священник недавно выразил свое недовольство в адрес губернатора касательно состояния местной церкви. Священник отметил, что церковь находится в плачевном состоянии и требует ремонта. Он заявил, что здание церкви уже давно не соответствует современным стандартам и нуждается в обновлении как внутри, так и снаружи. Однако, по его словам, власти не уделяют достаточного внимания ремонту церкви, что вызывает возмущение у местного населения. Священник считает, что такая ситуация может привести к потере верующих и уменьшению посещаемости церкви. Репортер задал вопрос о том, как можно решить данную проблему, на что священник предложил организовать сбор средств среди местных жителей для проведения ремонта. Также он подчеркнул важность привлечения внимания общественности к данной проблеме для ускорения процесса обновления церкви. Что же творится, уважаемые жители Ковало? Обращение записываю к нашему губернатору. Обратите внимание, сколько трещин, сколько выбитых окон. Это так не делается. Губернатор у нас не очень хорошо поступает. Недавно прихожанин вон на том месте сидел, штукатурку сверху отвалилась и прибила прихожанина. И в итоге что? В итоге проповедь превратилась в отпевание. Вот. Что хочу сказать, вот где я вертел нашего губернатора, на чем, так скажем, прости господи, просьба, огромная просьба, поставить новый колокол и починить церковь. У меня на этом все, уважаемые жители Ковало. Приходите на исповедь, приходите молиться. Пока. Сегодня, 18 ноября 2022 года, в 14:30 по местному времени, на острове Алтис, расположенном в Тихом океане, было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера. По данным геологической службы Ковало, эпицентр землетрясения находился на глубине около 4 километров под поверхностью океана, примерно в 40 километрах от побережья острова. По предварительным данным, есть значительное разрушение и возможны жертвы. В настоящее время проводится эвакуация населения и оценка ущерба. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и ждите официальных сообщений от местных властей и спасательных служб. Мы будем следить за развитием ситуации и оперативно сообщать вам всю актуальную информацию. С вами была Анна Тиклер. На этом у нас все. С вас подписка и лайк, с нас еще больше интересных видеороликов и новостей. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и до новых встреч. В церковь заходите. Положите оружие.